Дорога жизни в буквальном смысле или как выбраться с трассы, которая парализована. История одной семьи оказалась в беде, когда движение на зимнике было полностью остановлено. Чем все закончилось? Неэкономный уголь, который может загореться сам. Жители региона жалуются на качество каменного топлива. В этом году он не совсем обычный, горит хорошо, вот только быстро. Факты в интервью из Харивера. Гонка преследования подошла к концу. В Заполярном районе выбрали сити-менеджера, он же глава администрации. Корреспонденты севера узнали, чем будет заниматься человек с новой должностью. И снова премьера. Телеканал «Север» запускает новую программу. Ее зрителями станут самые маленькие жители региона. Финишная прямая очередной недели в ближайшие полчаса. Я и мои коллеги подведем итоги минувших 7 дней и вспомним о самых значимых событиях. В студии Олег Атанзейский. Здравствуйте. Вначале, естественно, о зимнике. Из-за сильного ветра и снегопада, который обрушился на регион 10 февраля, автотрасса Нарьян-Марусинск была снова перекрыта для любого вида транспорта. На тот момент там образовалась огромная пробка, в снежных заносах тонули даже большегрузы. Впрочем, неудивительно. Дорогу перемело на всех участках. Спецтехника хоть и расчищала проезжую часть, но ее тут же снова заносило снегом. Спасатели в режиме нон-стоп эвакуировали людей. Однако многие от помощи отказывались, так как не желали оставлять свои авто на парализованной дороге. Самая сложная и напряженная ситуация оставалась на участке от поворота на Южное Хыльчу до Пижмы. Дорожники не успевали бороться с капризами погоды. Напомню, этот участок обслуживает усинская компания «Трансстрой». Что касается зимника, который начинается со стороны Нарьян-Мара, то его уборкой занимается «Техносевер». Борьбу со стихией там не прекращали даже ночью во время сильной метели. Напомню, инцидент произошел в ночь на 11 февраля. В МЧС на следующий день сообщили еще о 9 людях, которые были эвакуированы с автотрассы Нарьян-Мар-Усинск. Впрочем, не все, кому требовалась срочная помощь, вовремя ее получили. За судьбой 9-летней Леры мы следили несколько дней. Девочке стало плохо на пропускном пункте Пижмы, у нее поднялась высокая температура. Первую помощь ей оказал местный врач, после принял решение, ребенку необходимо полноценное лечение. Когда встал вопрос о ее госпитализации, из Нарьян-Мара были готовы направить санрейс, однако позже выяснилось, Лера уже в пути. С ней ее мама и бабушка, и тоже с признаками простуды. В сторону города семью повезли на вездеходе. На встречу отправилась наша съемочная группа, в том числе и я. Мы рассчитывали, что наши пути с вездеходом пересекутся всего через 3 часа. В итоге эта цифра увеличилась почти в 4 раза. Хронология событий в следующем репортаже. Перед началом пути наша задача добраться до Цыпки. Это примерно 90 километров от Нарьян-Мара, и там уже встретить вездеход. Напомню, на борту 9-летняя девочка, ее мама и еще одна женщина. Все они нуждаются в срочной госпитализации и помощи врачей. Впрочем, смотря на погоду, возникает сомнение, получится ли доехать. Давайте посмотрим, что в итоге выйдет. Этот день надолго запомнят все. Такой метели Нарьян-Мар не видел уже давно. Дороги перемело буквально за считанные минуты. Движение усложняло и практически нулевая видимость. От впереди идущих машин, которые оставляли за собой облако снега, виднелся лишь угасающий силуэт. До отворотки добрались не без проблем. В некоторых местах дорога переведена настолько, что видимость практически нулевая. Дальше хуже. Дорога на Усинск. Но уже по первым впечатлениям понятно, что добираться будет очень тяжело. Каждый преодоленный метр словно движение в неизвестность. Дорога превратилась в сплошное белое поле. На правильный путь указывал только навигатор, да и он порой ошибался. С каждым километром своего движения надежды, что мы доедем, словно растворяются. Это всего лишь 9-й километр после отворотки, но уже становится понятно, что доедем до цели навряд ли. Дорожники сказали, что почистить этот участок на самом деле продвигаться очень сложно. И дорога буквально переметана во всех местах. Еще несколько километров, и машина встанет. Дальше ехать бесполезно. И это полный привод. Помощь теперь нужна нам. Берем курс обратно. Наша машина не способна проехать дальше. Поэтому ждем трекол, на котором и поедем до места, куда привезут пострадавших.
Молодой человек, который подобрал нас, друг семьи Леры. Это он должен встретить вездеход на 90-м километре, отвезти в город 9-летнюю девочку, ее маму и бабушку. Мощный трекол преодолевает километр за километр, словно летит, а не едет. Вот впереди нас спасатели на гусечном бобре. МЧСовцы держат курс на Пижму, место, где скопились десятки автомобилей. Периодически встречаем КАМАЗы. Это те, кому удалось прорвать снежную блокаду. А Сергею Чупрову и его напарнику еще только предстоит совершить подвиг. Ребята сказали, что встречные шли до Белуги, доехать смогу. А дальше, говорит, вопрос. А вот цепи для чего? Чтоб... На цепях он хоть гребет лучше. Есть за что цепляться. Машина-то вездеходная, но сзади спарка. Поэтому приходится цепи одевать, полегче на них. В этом году уже ездили по зимнику? Да, я в субботу только пришел, вот прошел всю эту колею. И вот колею. В субботу как было? Колея сплошная, до нашего, наш более-менее. На цыпке, говорят водители, вездехода с ребенком на борту не видели. Впрочем, по договоренности, многотонная машина должна быть уже здесь. Звонок по спутниковому телефону хороших известий не принес. До отца ребенка дозвониться не удалось. Водитель трикола принимает решение двигаться дальше. Но добрались до указанного места. Здесь пока вездехода с людьми нет, поэтому движемся дальше. Едем в поисках техники. Еще 40 километров по зимнику, и мы в рабочем поселке дорожников Белуга. Кстати, несмотря на плохую погоду, все это время на участке работала спецтехника. Расчищали, поливали и сразу укатывали, поэтому до ДРП трасса вполне проходима. За ее состоянием отвечает компания «Техносевер», субподрядчик «Транстрой». Дорожный рабочий поселок Белуга, 130 километров от города. Со стороны Наринмара машины сюда, в принципе, доезжают. Речь идет о грузовых, а вот со стороны Республики Коми дорога абсолютно стоит. Вот сейчас поедем и посмотрим, что там происходит. Но перед этим общаемся с дорожниками. Вездехода и людей здесь тоже не было. Очередной звонок со спутниковой наконец приносит удачу. С Пижмы доложили. Девочку, ее маму и бабушку пересадили в вахтовку. Сейчас она направляется в сторону Наринмара. Знакомый с семьей решает ехать навстречу машине. Вдруг она где-то застряла и не может выбраться из перемета. Ведь там дальше это реально. Участок, который обслуживает компания ДСТ-1, подрядчик Лукойл Коми, практически парализован. Эта зима очень сложная. На ваш взгляд, вот самый сложный участок, вот где, вот где, из-за чего люди страдают? Ну, туда я не ездил, говорят, дальше там, от Саратаю до Пижмы. А от чего люди страдают? От, наверное, от своей самоуверенности. Потому что здесь у нас вот проезжая часть, ну, рядом с балками проходит дорога. И бывает, что догоняешь, останавливаешь и уговариваешь, чтобы они остались. Это здесь, потому что здесь тепло. Мы увидели и такие, которые за сердце хватали женщины, и плакали. Десятки замурованных в сугробах машин ожидают подмогу. У кого-то закончилось топливо, у кого-то неполадки в двигателе, но большинство зарылись в снежных заносах. Дорога, которую обслуживает ДСП-1, действительно стоит. Да, техника что-то убирает, но этого недостаточно. Водитель этой машины стоит уже здесь почти что четвертые сутки. Закончилось топливо, закончилась еда, и надеяться можно лишь, пожалуй, только на самого себя. Дорога очень плохой. Никто не чистит, никто не смотрит. Не знаем, кого жаловаться, кого что сказать. Вот стою. Без продукта, без ничего. Если была бы дорога чище, я бы давно доехал бы на наряд. Дорога ужасная. Дорога очень ужасная даже. Потому что вот я застрялся, забуксовал, и поэтому мне вот то, что сцепление, то все остальное все сломалось. Вот у вас КАМАЗ. КАМАЗ, да. А легковушкам там вообще, наверное, да, беда? Легковушкам вообще, можно сказать, не пройти, не заехать сюда, на эту тундру. Мерцающие фонари очередного дорожного поселка, как луч надежды. Может быть, вахтовка там, и с людьми все в порядке. Действительно, искали не зря. Лера Пальмина, ее мама Наталья и бабушка Ирина уже несколько часов находятся в этом поселке. У ребенка ангина, у женщин высокая температура и кашель. Но теперь все позади. Они в безопасности. Я очень переживала за ребенка. Он у меня с температурой, у него гнойная ангина, блин. Конечно, переживали, домой хотели уже. Она очень за папу переживает. Да. За папу переживаешь? Конечно. Папа там остался, да? Папа один у нас там. На зимнике они первый раз. Первый и последний, уверяет женщина. За несколько дней им пришлось пережить кошмарные чувства. Ожидания, холод, боль и расставание с любимым человеком. Такое они не забудут никогда. После циклона, который пронесся по региону 10 февраля, количество спецтехники на проблемных участках зимника увеличили в разы. Это в том числе потребовал лично губернатор региона Игорь Кошин. Напомню, самым неблагоприятным участком на дороге Наринмар-Усинск оставался тот, что ближе к Усинску. Его обслуживает компания «Трансстрой». Что ж, будем надеяться, теперь дорожники будут оперативнее реагировать на капризы погоды.
Теперь о других темах. Горит хорошо, но быстро. Жители региона высказывают нарекания на свойства угля. Он не позволяет котлам работать в эконом-режиме. Кроме того, интинский уголь выделяет много серы и золы. Были случаи самовозгорания. Заполярный район предложил в этом году перейти на поставки другого каменного топлива, качество и стоимость которого полностью удовлетворяют заказчика. Подробности в репортаже Алины Ваучейской. В нашем населенном пункте очень много проблем. Сейчас стоит очень острая проблема о теплоснабжении поселка, так как привезли уголь, уголь очень быстро горит. И этот факт подтверждают многие сельские жители. Горит хорошо, но уж очень быстро. Уголь, он сейчас легко воспламеняется, это наш уголь, да? Как сказать, вот я раньше на свой дом брала, у меня 98 квадратов. Я брала, значит, 7-8 тонн угля. И мне это хватало. В этом году Ольга Бочкина купила 14 тонн. Зима в самом разгаре, а уголь на исходе. Аналогичная ситуация практически во всех сельских поселениях. В принципе, уголь-то нельзя сказать, что совсем плохой. Единственное, что он хорошо разгорается, теплоотдача хорошая у него, но он быстро сгорает, моментально сгорает. И в наших условиях, для нашего, например, территории муниципального образования, мы как бы не протапливаем печки, а топим, потому что у нас очень холодно. И он вот у нас, мы вот еще имеем место, что он шлакуется. В прошлом году в село было доставлено 29,5 тысяч тонн каменного угля из Инты. Его свойства не позволяют котлам работать в экономном режиме. Он быстро сгорает, в связи с чем увеличиваются объемы потребления. Чтобы в этом году избежать подобного угольного форс-мажора, Заполярный район предложил перейти на поставки кузбасского угля. Глава региона Игорь Кошин поддержал эту идею и поручил при этом посчитать экономику. Работайте только с проверенными партнерами, крупными нефтяными компаниями, которые всегда в полной мере выполняют все свои обязательства перед регионом, подчеркнул Игорь Кошин. Опережающий завоз в регионы Крайнего Севера – это стратегическое направление нашей деятельности, и мы должны обеспечить жизнедеятельность территории в полном объеме. В этом году организаторы северного завоза направили запросы и на поставку дистоплива. Традиционно обращения поступили в крупные нефтяные компании «Роснефть», «Газпромнефть» и «Лукойл». Структуры «Лукойл» в последние годы являются традиционными надежными поставщиками дистоплива на территории округа. Компания подтверждает свое участие и в этом году. Пока в регионе определяются с каменным топливом, депутаты Совета Заполярного района на этой неделе избрали сити-менеджера. Слово для нас новое, зато современное. В переводе с английского звучит так – городской управляющий. В нашем же случае сити-менеджер – это глава администрации Заполярного района. Его выбрали на очередной сессии. Гонка за высокую должность, к слову, продолжалась почти полгода. Кандидатов было много, но до финиша дошел только один. Кто, расскажет Валентина Чебичек. Сессия Совета Заполярного района началась с внесения изменений в уставные документы, положения и другие решения депутатов. Такая необходимость – вследствие передачи некоторых полномочий на окружной уровень. Затем депутаты единогласным одобрением присвоили звание «Почетный гражданин Заполярного района» двум жителям округа – Виталию Асташеву и Юносу Шумила. Торжественное награждение новых почетных граждан состоится в День Заполярного района. Чтобы получить такую награду, необходимо составить подробное досье на человека. Эта задача в том числе глав муниципальных образований. Проблема в том, что достаточно скупо написано, да, и мы не всех знаем лично, но комиссия сидит там по полтора, по два часа, обсуждаем каждого кандидата, пытаемся найти информацию, поэтому просьба большая ко всем, кто имеет право инициировать вопрос о награждении, писать подробные, хорошие характеристики.
Также депутаты единогласно рекомендовали 5 человек награждению медалью «Родительская слава Ненецкого округа». Окончательное решение о присвоении награды будет принимать губернатор. И главный пункт в повестке сессии – назначение на должность главы администрации Заполярного района или сити-менеджера. Его избрали тайным голосованием из 2 заявленных кандидатур – Олега Холодова и Владимира Илсакова. Первое голосование признали несостоявшимся. Ни один из кандидатов не набрал 9 и более голосов. По результатам второго Олег Холодов набрал 10 из 11 голосов. Сити-менеджер или глава администрации Заполярного района – новая для муниципального образования должность. Она предусматривает деятельность больше в хозяйственной, а не политической сфере. Контракт с Олегом Холодовым будет заключен на время работы Совета Заполярного района нынешнего созыва – 5 лет. Новый руководитель поставил себе 3 основные задачи, которые намерен решить. Первая – стимулирование населения к производству и создание соответствующей базы. Чтобы это не было чего-то, какой-то аморфности, невнятности, то есть это должны быть какие-то определенные, пусть их будет 3-4 мероприятия, но они должны быть продуманными и с прогнозируемым результатом. Вторая задача Олега Холодова – расширить спектр и поднять качество услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве. Для решения этих задач в поставленный срок необходимо сформировать эффективную управленческую команду и найти новые источники дохода для бюджета. Реализация принятых решений на территории округа станет проще. Это стало возможным благодаря перераспределению полномочий с муниципального уровня на региональный. Кроме того, реализация 95-го закона, который был принят по инициативе губернатора Игоря Кошина, устранит дублирование функций между органами госвласти и местного самоуправления. Реформа повысит и эффективность управления регионом, расходования бюджетных средств, а также установит персональную ответственность для всех уровней власти, что в современной экономической ситуации является едва ли не единственным правильным решением. Об этом моей коллеге Марии Владимировой в интервью рассказал депутат окружного собрания Сергей Коткин. Давайте послушаем. Сегодня губернатор округа ответственен за территорию, полностью несет ответственность перед президентом. Он один практически. А ему, по сути дела, никто не подчиняется. Глава муниципальных образований, они избраны народом. Город – глава народом. Заполярный район – народом. Депутаты тоже избраны народом. Мы отчитываемся перед населением, перед жителями округа. И вот как в этой ситуации управлять субъектом? Сложнейшая ситуация, которая, в принципе, ее решение лежало у нас на виду. Просто ни один из губернаторов, это было еще при Баринове, при Потапенко, сколько вот я губернаторов помню, Бутове не знаю, я не работал с ним. Это все лежало на виду. Просто никто не решился принять вроде бы на самое элементарное решение. Самое элементарное решение. Сегодня мы выдаем деньги Заполярному району города, они прорабатывают, нам дают ответ. Значит, опять мы закручиваем всю эту ситуацию до муниципального образования. И причем все работают. Работают сутками практически, действительно все заняты в работе. Но не проще ли, уважаемые коллеги, напрямую замкнуть, убрать лишние звенья, оставить только то, что необходимо Заполярному району города, все взять на округ. Здесь больше специалистов, здесь действительно работают специалисты. На селе это сложнее реализовать, это полномочия. Конечно. Поэтому возьмите по стройкам, по населенным пунктам. Вот у меня по западу. Нет у нас практически ни одного населенного пункта, где бы у нас была, где бы были, вот нет незавершенки. Шойна – это детский сад, мы никак не можем построить, сколько торгов было. Понеси – это физкультурно-оздоровительный комплекс, половину дороги только построили, детский сад, школу никак не приступим. Попёши – это школа, Поломи – это уже столько у нас на этом, ферма, Поломи ферма. Сколько Виндиги – это школа, на Колгуеве – это детский сад и школа. Любой населенный пункт возьмите, везде проблемы. Да. Поэтому то, что принял Игорь Викторович, вот это решение, серьезно решаемое, и, на мой взгляд, наиболее оптимально. Наиболее оптимальное, время покажет, а я думаю, что все будет нормально. И другого варианта просто нет. Я думаю, что и президент Российской Федерации тоже начинает это понимает. Вот даже возьмите элементарную историю государства российского. Когда у нас прорывные были даже при монархах, Россия рванула вперед. Иван Грозный, Петр Великий, Екатерина II. Сначала местное самоуправление децентрализовало, а потом взяла все опять централизацию Иосиф Виссарионович Сталин. И возьмите наших великих реформаторов Михаила Сергеевича Горбачева и Ельцина. Один развалил Советский Союз, другой Россию практически поставил на крах развала. Когда он говорил, берите самостоятельность сколько хотите и демократии. Что получилось из этого?
Я не говорю, что мы должны властные структуры закручивать в этом направлении. Представительная власть должна быть обязательно представлена, потому что народ через представительную власть свои полномочия решает. Но здесь должно быть оптимальное решение. Оно назрело не только на уровне округа, а на уровне в целом Российской Федерации. Я думаю, что мы тут, наверное, мы не первые, кстати. По России многие это делают. Но тем временем Ненецкий округ готовится принять региональную госпрограмму развития предпринимательской и инвестиционной деятельности, рассчитанную на целых 5 лет. Одной из основных ее задач станет создание рабочих мест в субъекте. Только за 2 года их должно появиться как минимум около 1500. Цель серьезная, и практика прошлого года это доказала. Согласно статистике, в прошлом году деятельность региональной власти в области предпринимательства стала неэффективной. Вот некоторые цифры. На открытие 7 ИП и юрлиц было потрачено 9 миллионов рублей и средств господдержки. По плану новых рабочих мест должно было появиться несколько десятков. На создание только одного рабочего места в прошлом году регион потратил порядка 2 миллиона рублей. Результат не впечатляющий, сказал прямо Владимир Бланк. Понимая состояние всех дел, администрация НАО приняла решение изменить принципы и саму структуру поддержки предпринимательства. Теперь этим будет заниматься отдельное подразделение. Именно поэтому мы приняли решение поменять организационный подход, выделить развитие предпринимательства, привлечение инвестиций в отдельное направление работы, создать отдельное подразделение, которое не имеет никаких других задач, которое не будет заниматься развитием абстрактной государственной экономики, а должно заниматься исключительно поддержкой предпринимательства и инвестиций. Администрация Ненецкого округа еще раз убедилась, политика прошлого года в области предпринимательства оказалась неэффективной. Впрочем, выводы уже сделаны, кадровые, организационные, финансовые. Говоря же о новой программе, ее задачи стандартные и понятные. Документ имеет 3 подпрограммы. Это развитие бизнеса и инвестиций, реализация проектов на территории субъекта и создание рабочих мест. Такая структура вызвана следующими факторами. Мы не очень большие. И поэтому для нас разделять понятие предпринимательства и привлечения инвестиций можно, но практически невозможно. Все говорят о том, что это неразрывный процесс. Таким образом, власти продолжат поддерживать ИПшников, но уже более грамотно и эффективно. Планируется снизить административный барьер, расширить системы патентного налогообложения, а новых предпринимателей регистрировать по принципу одного окна. Помимо прочего, администрация намерена создать еще один фонд по привлечению инвестиций и возложить на него несколько важных функций. Мы предполагаем создание некоммерческой организации фонда по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства с возложением на него следующих функций. Это микрокредитование, это гарантирование в соответствии с федеральной программой, но в том числе и за счет региональных ресурсов, это реализация программы поддержки малого и среднего бизнеса и строительство бизнес-инкубаторов. Очередной важный шаг со стороны администрации – власти готовы компенсировать затраты предпринимателей на свое же обучение. Это необходимый элемент для сертификации при оказании высокотехнологичных услуг. За этими умными словами кроется очень простая вещь. У нас нет ни одной авторизированной мастерской, которая по гарантии может обслуживать машины известных марок, даже «Ладов». Начинающих бизнесменов продолжат поддерживать со всех сторон, а чтобы в регионе создать полезную конкуренцию, необходимо уже сейчас работать со школьниками и студентами, проводить для них лекции и мастер-классы, уверены власти. А вот что касается налоговых каникул, опасения у предпринимателей подтвердились. Получить их имеют право лишь некоторые. Налоговые каникулы, они коснутся только вновь созданных. Это нормы федерального закона. Они уже внесены в налоговый кодекс. Вот. Ряд субъектов уже такие законы принял. В частности, в 20-х числах января Челябинская область приняла закон областной о налоговых каникулах. Вот тут регионы дальше шагнуть не могут. Они не могут распространиться на всех. Следующее заседание пройдет через месяц. Новая госпрограмма тогда будет доработана, в ней учтут пожелания самих предпринимателей. Кстати, чтобы реализовать документ, который сейчас пока на бумаге, потребуется порядка 200 миллионов рублей. Да, деньги немалые, но ставка высока. Это благополучная жизнь бизнесменов в регионе и появление новых рабочих мест.
О событиях в мире. В норвежском Тромсе завершился третий конгресс коренных народов Баренцева региона. Представители 4 стран арктической зоны в очередной раз собрались вместе, чтобы обсудить вопросы развития коренного населения. Россию на международной арене представили Мурманская область, Республика Карелия и Ненецкий автономный округ. Конгресс коренных народов Баренцева региона – это большая культурно-политическая встреча. Главная тема, которую каждые 2 года приезжают обсудить представители коренного населения – сохранение языка и традиционных видов деятельности. 120 делегатов из Швеции, Норвегии, России и Финляндии попытаются вместе найти ответы на актуальные вопросы. В 1993 году эти страны объединились, чтобы развивать международное сотрудничество. Сегодня оно проходит на 2 уровнях – государственном и региональном. Первый уровень представляют министры иностранных дел. Александр Зеленов, представитель российской стороны, отметил, власти готовы поддерживать движение коренных народов. В октябре Россия принимает эстафету председательства в рабочей группе, совещательном органе. А это значит, целых 2 года все важные решения по линии коренных народов сможет принимать российская сторона. Мы планируем целый ряд мероприятий в рамках председательства России. И в том числе будем, конечно же, оказывать всяческую поддержку высказанной на съезде коренных народов в Трамсё идеи проведения саммита, регионального саммита коренных народов. Подводя итоги прошлых лет, страны-участницы отметили немало положительных результатов международного сотрудничества. Среди них проект по развитию предпринимательства среди коренного населения Индиджи, сборник материалов неофициальной истории Архелия, популярный мультикультурный фестиваль Риду-Риду. Могу сказать, что все больше и больше народу участвует в таких проектах, поскольку увеличивается поток информации о той деятельности, которую мы проводим, и другие коренные народы тоже интересуются. Однако есть вопросы, которые по-прежнему остаются сложными – взаимодействие с промышленными компаниями. Ежегодно гектары пастбищ, где проживают и ведут хозяйственную деятельность коренные народы, идут под разработку месторождений. На вопрос, возможно ли сосуществование, обе стороны дают однозначный ответ – возможно. Только оно должно быть эффективным с обеих сторон. Например, геологам стоит применять традиционные знания при освоении земель и оценивать ущерб, который будет нанесен экологии. Для нашего округа самое важное – это чтобы наши нефтяники, работающие на нашей земле, бережно относились к богатствам тундры и уважительно относились к народу ненецкому. Я думаю, что вот это самоуважение, понимание друг друга и будет обогащать и ту, и другую сторону. Итогом третьего конгресса стала резолюция и план действий по коренным народам до 2016 года. План продвигает меры в области развития торговли и бизнеса, языка, средств массовой информации, здравоохранения и социальных вопросов, окружающей среды и культуры. Эти документы станут основой государственной политики в отношении коренных народов. «Дива на севере» уже 16 февраля на нашем телеканале премьера новой программы. Каждый день детей нашего округа ждет встреча со сказочными героями – белым медведем, олененком и совой. Ведущая программа Анна Одегова расскажет много историй и сказок. С новыми героями познакомилась моя коллега Надежда Литкова. Я Аня. Я очень люблю слушать и рассказывать сказки. Еще я люблю узнавать много нового и интересного. В юном возрасте все открытия великие, даже если это только вопрос, кто придумал мороженое, почему идет снег или зачем на носу веснушки. Отвечать на веселые вопросы ведущие помогают вот такие звери. Здравствуйте, меня зовут Тета. Это значит оленный. Здравствуйте, меня зовут Нумка. Я вас всех приветствую. Я люблю... Когда меня называют «саванне», это значит «хорошая». Кукол изготовил главный художник Большого театра кукол Санкт-Петербурга Андрей Запорожский. Работа над образами главных зверей ненецкой тундры доставила ему настоящее удовольствие. С таким же настроением играют в эти куклы юные кукловоды – студенты Люба, Рома и Захар. «Дива» – программа новая, с новыми героями, но с давней историей создания. Привет, ребятишки! Привет, девчонки и мальчишки! Детский институт великих открытий снова распахнул свои двери для вас.
Программа «Дива» действительно выходила уже на окружном телевидении. Это было в 2002 году. Тогда были другие герои, всего лишь два участника программы. Это я, Маша, в «Рыжем парике». Я думаю, что многие меня помнят, при том, что помнят не только дети, но и взрослые люди. И был у меня зеленый друг Почемучка Дракон. Все это было несколько в других интерьерах. Мы мастерили что-то, мы проводили различные конкурсы, показывали мультфильмы. В общем, программа пользовалась огромным спросом. И потом название «Дива», оно запомнилось населению, поэтому было принято решение оставить его и для новой программы с новыми героями. Но я надеюсь, что она будет не менее интересна, чем та программа «Дива», которую помнят многие. Программа «Дива» будет выходить каждый день в 20:45. Маленьких телезрителей и их родителей ждут встречи со сказками и мультфильмами. Тета, Саване и Нумка очень любят получать подарки и приглашают ребят к общению. 2015 год в Ненецком округе объявлен годом ребенка, и мы таким образом решили всем детям нашего региона сделать такой подарок, эту программу. Кроме того, мы планируем, что все герои нашей программы «Дива» отправятся на гастроли по всем населенным пунктам Ненецкого округа. Премьера программы «Дива» состоится в понедельник, 16 февраля в 20:45 на телеканале «Север». На этом все. Это были главные темы минувших 7 дней. Спасибо, что были с нами. Берегите себя и до встречи.